Но, ребят, если есть в этой жизни счастье, я раньше думал, что, ну, невозможно его постичь, а оказывается, можно даже потрогать его руками. Именно здесь, на Качанге, вот такие интересные места, когда едешь на мопеде, представляете, прямо горная река. Если проехаться на мопеде на Качанге, это именно те ощущения счастья в этой жизни, наверное, больше... Ничего интереснее в этой жизни нету. Я думаю, всем надо обязательно это очень попробовать. Я бы с удовольствием вас жду. Приезжайте, я хотел бы вам хоть на миг, чтобы вы поняли, что не деньги делают людей счастливыми, а именно небольшие ощущения. Когда ты несешься на мопеде, сейчас цветет такое дерево, голиум войлочный, медовый запах. Это красота острова, этот запах. Пляж шикарный, кругом красивые. Вы бабочки летают, вы просто не представляете. Именно маленькую частицу счастья, посмотрите, какое дерево. Я хотел бы вам передать, приезжайте. Всех жду. Прямо на минутку я каждого прокачу на мопеде, и вы поймете, о чем я говорю. Есть, оказывается, счастье в этой жизни, его можно потрогать пальчиками.